Всем привет, это Максим из Pagoda Build. Вот и заканчивается этот непростой 2020 год. И в этом поздравительном видео хотелось бы сконцентрировать внимание не столько на проблемах прошлого года, которых было много, которых и так все знают, а на каких-то позитивных моментах. Из позитива в целом для мира, для экономики, для жизни я бы выделил то, что очень многое изменилось. Было необходимо менять подходы к бизнесу, к жизни для того, чтобы адаптироваться к новым реалиям. И как минимум это было интересно. Надеюсь, что вы также в прошлом году для своего бизнеса что-то придумали, какие-то новые подходы, вывели новые продукты, которые сделали вашу компанию чуть-чуть более конкурентоспособной. Что касается нас, то, безусловно, из позитива можно выделить то, что мы вывели успешно на рынок ряд конкурентных гранитов из Вьетнама, которые сделали во многом кассу нашей компании и также помогли развитию бизнеса наших партнеров. В целом, по продажам не можем похвастаться, что они у нас выросли, но они упали всего на 6% по отношению к прошлому году. И это, безусловно, благодаря поддержке и доверию наших партнеров. Большое вам спасибо, кто смотрит это видео, кто с нами работает. Без вас не было бы Pagoda Build, и мы бы не прошли этот сложный год. Что касается 2021, то это будет год с еще большими переменами, чем это был 2020. Из таких факторов, которые будут влиять на изменение конъюнктуры рынка, это то, что сейчас супер дорогой фрахт по доставке материала из Азии, из Вьетнама, из Китая, он, скорее всего, будет очень низким во второй половине года, и это нужно учитывать при планировании бизнеса. Я думаю, что будет развиваться местное производство в России, в Украине, в странах СНГ в целом. Также никто сейчас не закупает продукцию на склад, и поэтому нужно ждать, что к началу сезона будет из-за фрахта дорогого, поэтому нужно ждать, что к началу сезона будут пустые склады. И это все факторы, которые делают бизнес, так сказать, непредсказуемым, но если держать ухо востро, то я уверен, что вы для своей компании можете что-то придумать из этого интересного, вывести какие-то новые сервисы, новые продукты, которые будут отвечать новым реалиям, и это сделает ваш бизнес, опять-таки, более конкурентным как в краткосрочной перспективе следующего года, так и в долгосрочной перспективе. Что касается нашей компании, мы работаем над рядом интересных идей. Некоторые из них – это, например, мы сейчас формируем склад готовой продукции во Вьетнаме по наших основных материалов, ожидая, что не будет материала со склада в России, мы сможем предоставить относительно быструю опцию доставки уже готовой определенной продукции на нашим клиентам, партнерам в России. Мы совместно с нашей дочерней компанией логистической в России, компанией Stoco, запускаем для московского рынка сервис сборных грузов. То есть, если раньше у нас можно было заказывать только контейнерные партии, то сейчас это могут быть не контейнерные партии, а заказываться на метры квадратных для московского рынка. Также мы хотим поддержать наших партнеров, наших дистрибьюторов, кто у нас закупает камень там, во всех регионах России. Помогаем продавать этот камень, поэтому если вам нужна небольшая партия в любом регионе России, можете к нам обратиться, мы вам подскажем, у кого это купить, и предоставим нашу специальную скидку от Pagoda Build. Есть и другие идеи, ну, о них будем рассказывать по ходу их реализации в следующем году. В целом, я думаю, что 2021 год, он будет не менее сложным, чем 2020, но его ключевое отличие заключается в том, что если 2020 год – это был год конца чего-то и достаточно такой пессимистичный, то 2021, несмотря на ожидаемые сложности, это год начала чего-то нового и с больше позитивным настроем. Поэтому желаю вам также, несмотря на все, сохранять позитивный настрой, ощущение, что вот начинается новый виток развития вашего бизнеса, вашей жизни. И успехов в этом новом начинании, в новом году. Поздравляю всех с наступающим Новым годом!